Ну, в общем, я тут единственный оставшийся, почти единственный оставшийся в живых спутник карт, поэтому буду отдуваться за всех. А можно принести за последний оставшийся в живых? Последний оставшийся в живых? Я же говорю, половина людей в отпусках после праздника. Половина людей болеет. Эпидемия. Дружная. Поэтому рассказывать придется про все людей. Мы тут успешно переезжали, отдыхали на праздниках. Поэтому я надеялся, что на схемотехнике 2 расскажем там такую кучу вещей. Но как бы практика показывает, что рано. Надеюсь, что схемотехнику 3. Пока так. Схемотехника 3 будет хакатон. Почему она будет хакатон? Я так решил. И что мы будем делать на хакатоне? Видать только что. Если схемотехник 4 будет вас. Продолжать работать. Продолжать работать? Чем вы работаете? То есть мы все соберемся где-то в одном месте и будем продолжать делать то, что делали. Ну, мне кажется, да. Вот вы как раз доделаете и показался, готовите. О, кто-то к нам еще. Все-таки стульев не хватило. Супер. Поэтому у меня будет 5 коротких слайдов вполне в духе нашего мероприятия. Это не доклад, а так, повествование за жизнь. Чем мы, в общем-то, занимались в последнее время? Мы начали довольно много переделок в сервисе, как технических, так и дизайнерских. Про технические, я думаю, мы еще поговорим как-нибудь в другой раз, когда где-нибудь, может быть, пощупать, скачать с GitHub и так далее. А пока про дизайн. Мы долгое время занимались исследованием стилей, цветов и так далее. Проделали работу примерно похожую на то, что делали в Maps.me. Выкинуть все старое, написать новый стиль. Примерно так же было и у нас. Я очень надеюсь, что на следующей неделе выйдет большая статья на Хабр про разные стили карт и вообще про цветность, про рисование тропинок, дорожек и всего прочего. Суть в том, что сейчас уже можно видеть новый стиль. Он местами недоработан, конечно, потому что история с веб-картами, она сложная. Кто из них взять хотя бы... Что? Кто из них новый-то? Неизвестный. Не один. Вот под вопросиком. Тут есть пока хороший челлендж, угадай, кто где. Яндекс, Максим. Еще? Сверху в середине это Google. Сверху справа всем понятно. Да-да-да. Слева в середине Максим. Слева сверху это, видимо, карта... Слева сверху вот этот? Да, это Яндекс. Сконнекс. Нет, сканцев тут нет. А, это я. Ну, цветопередача. Тут есть еще дубльгиз, есть хермэп, есть мэпбокс и даже еще. Саша ушел. Вот примерно таким развлечением мы занимались в последнее время. Заблокировано, да? Там можно поразмышлять об интересных вещах. Мне кажется, что что-то куда-то уехал. Так, например, если взять метро, скажем, в Париже и в Москве, то как-то стиль по одним правилам не работает. В Париже клево, в Москве ничего не видно. В Москве клево, в Париже тоже ничего не видно, потому что везде метро, куда ни глянь. Такие вещи еще предстоит вычищать. Я думаю, вычищать их будем довольно долго. Ну, по крайней мере, первый шаг сделан. Рисовали, рисовали. И еще рисовали. В итоге нарисовали. То есть примерно видно, как оно менялось во времени. Стиль стал почище, попросторнее, то есть куча объектов убралось на нижние слои. Смотри, куча... новая мода убирать эти самые границы у дорожек. Все, да. Все теперь убирают. Раньше их все делали, теперь их все убирают. Ну, слушай, ты тоже так делаешь? Статьи на Хабр, есть замечательное сравнение. Веб-карта по сравнению с топографической. На топографической вообще все замечательно. Куча контуров, все хорошо. Ничего не видно. А у вас покрытие дорог есть на карте? Покрытие нет. Чего вы отказались от капса? Капса? Так эстетичнее. Мы, конечно, можем попробовать с тобой подискутировать, но два человека, которые занимаются дизайном, они в отпуске. Злой вообще не хорошо. Поэтому мы можем подискутировать очень продуктивно. Я как бы технический специалист, я все делал. Вот. Ну и следующая новость, которую мы тоже, надеюсь, скоро увидим. Куча всего из стиля выносится в интерфейс, и карты потихонечку из такого
сервисы сильно простили, уходят в сторону агрегатора разных данных. Я надеюсь, что в основном открытых. Мы сейчас все больше и больше загребаем каких-то источников. Я надеюсь, что скоро появятся панельки, информация об объектах, куча всего прочего. А можно ли вопрос о просьбу сразу? Давай. Мы ради этого собрались. Можно, чтобы по умолчанию, когда открывается, вот эта хреновина слева была сразу свернута? Фич-реквест. Потому что, да, я могу занести вам в трекер, конечно, но когда на Яндексе это открываешь, полкарты сразу нету. И думаешь, ты еще ко мне карту открыть. Подожди, на Яндексе открывать еще и со второй стороны, чтобы тебе жизнь не казалась. Да, можно сделать по умолчанию. Снизу ссылки на приложение. Ну или хотя бы настройка где-то. Хочешь, у дубль гифа открываешь, а у тебя весь экран занят. И вот какой-то ерундой. Нет, конечно, мы постараемся, чтобы было больше карты. Это одно из первых требований к дизайну, чтобы карта все-таки была, а не вот такой вот сервис. Почему дубль гис его еще растягиваешь, от него отхлопываются так новые панели. Никогда не пробовали сделать маленькое окошко, открыть дубль гис, там такая маленькая панелька, и видно полкарты. Начинаешь его растягивать, так хлоп. Я как-то раз открыл с телефона, и смотрел такой, нет, что-то неудобно, переворачивай меня. Есть кто-то? Это как бы дизайнерский пакет, причем старый. Еще один человек стал и ушел. Ома, они все будут. Выглядит оно будет повеселее. И правда, все, что можно свернуть, будет срач. Панели даже нет. Так что в целом, надежда, пожелания, предложения. Заболевший. Я очень надеюсь, что будет много открытых данных, все прикольно. И фич-реквест, да. Понятные принципы. Мы стиль положим на GitHub, да? Нет, стиль мы пока не положим на GitHub, мы положим на GitHub кое-что другое. Хорошее, прикольное. Что не так нужное? Не то, что не так нужное. То есть ты занимаешься тем, что делаешь то, что тебе сказал дизайнер на какой-то стиле? Как ты чувствуешь себя при этом? Общаемся. Это как-то CSS? Да, кстати, вопрос. Ты в прошлый раз говорил, что вы стерим позом взяли. Да, это у вас был с MTPG Square. Да, все же там позами. Кстати, как с MTPG? Там стили же по-другому можно писать. Да? Какая разница? Ну как? Дискорд запрос надо по-другому писать. Ну да. То есть вы все, поэтому все переписывали вообще, да? Ну да, все поделили. Ну как бы практически ничего особо не изменилось. То есть вот, запросы сократились и поместились на этап импорта, вот все, что произошло. Угу. То есть получилось разделение по слоям. Ну как, надо двигаться теперь пошустрее? Ну пошустрее, но можно еще лучше. Будущее с мобовскими электротайлсами. Они сейчас уже их более-менее подлатали напильником. Ну как? Не совсем. Нет, ну год назад было совсем плохо. А дизайнеры не сгонят от того, что... Это векторные кабли накладывают очень серьезные технические ограничения на стиле. Нет, они дают некоторые возможности, я бы сказал. Дизайнер тут не волнует. Да, дизайнер тут не волнует. Он себя изобразил. Ну, я тебе по секрету скажу, что вот этот стиль на Vite рендерится нормально. Если уметь его готовить. То есть ты сейчас делаешь, например, на 2. На CSS и на верхний фон. Ну, примерно так. Что-то похоже на Картотериан. Картотериан не умеет, к сожалению. Не умеет что? Не умеет рендерить аккуратно. А. То есть вы написали свой, как бы, еще один стек. Да, сколько у вас уже рендереров? Много. Их же мало, понимаешь? Нет, нет, ну да. Их пока меньше. Новый год лучше начинать с нового рендерера. Не, ну я каждый день прихожу на работу, начинаю писать новый рендерер. Вот когда их там станет 100, я скажу, что ну, теперь уже более-менее нормально. Альманах. Можно, да, издавать альманах. Я не помню, а вы на гитхабе выкладываете рендерер? Да. Скоро еще один выложим. Гопник тоже на гитхабе. Гопник-то да. Скоро еще один гопник. Черный храстник. Так что все будет. А у вас данные только OSM-ные? Тут или интересная или история. Или вы путаете их все-таки? Нет, мы их не путаем. Нет, вы их не путаете, а мы их путаем. Сейчас я не знаю, они путают. Вы их не путаете, потому что сейчас они все четко разделены. В адресном поиске и на стиле только OSM, в паях
только наши данные, полученные от поставщиков, Дубльгиса и от ряда других. К сожалению, просто так их взять и смешать нельзя по понятным причинам. Но. Что с этим делать дальше, это хороший дискуссионный вопрос. То есть, например, мне бы очень хотелось, чтобы у нас там пои в поиске и пои на картах выглядели одинаково, но возникает вопрос. OSM можно предоставлять в API. Большинство остального в API предоставлять нельзя. У тебя получается несколько разных карт. То есть вам DoubleGIS дает только показывать, но не дает по себе искать? Нет. Показывать, искать, но только в пределах домена спутник.ру. Как же вы тестируете? А почему ты говоришь тогда, что в флоре есть? А, встроить куда-нибудь еще нельзя. А встроить нельзя. Придет, возьмет API спутник карты и все. Да, ничего кроме открытых данных нельзя, по большому счету. Ну или тех, кто явно предоставил все права. Тут много интересных вещей. У вас же есть какой-то механизм встраивания как бы карты. И там... Да, и туда не попадают данные DoubleGIS-а. Не попадают? Не попадают. А что это хитро? Потому что они сейчас есть только в поиске, только на мой спутник.ру. Геокодирование и сам слой их не содержит. То есть на тайлах их нет? На тайлах их нет. На тайлах их нет, там чистенький OSM.